Настоящий праздник подготовили в администрации по случаю торжественного вручения наград жителям Одинцовского округа. В честь 65-летия Одинцова им вручили юбилейные медали, благодарственные письма, почетные грамоты. В честь юбилейной даты по моему распоряжению была изготовлена специальная медаль. Она вручается людям, которые своим трудом несли значительный вклад в развитие нашего округа. Вы и есть те самые люди. Как видите, нам едва хватило одного зала администрации, чтобы всех вас совместить. Но здесь еще не все. Заслуженную награду в этом году получат 300 человек. В этот день на сцену поднялись работники различных сфер деятельности, которые трудятся в муниципалитете 20 и более лет. Педагоги, госслужащие, медики, представители творческих профессий и многие другие. Среди них и почетный гражданин округа, ветеран Великой Отечественной войны Константин Сергеевич Федотов. Я потратил еще десятка различных званий и регалий. Константин Федотов! Легенда нашего города! С праздником, дорогой! Благодарственных писем и юбилейных медалей удостоились и представители Одинцовского информационного центра. Заслуженные награды присутствующим вручили депутаты «Единороссы» и руководство администрации и поздравили всех с Днем города. Я от всей души сегодня хочу всех вас поздравить и пожелать земных истин, земных пожеланий, здоровья, благополучия вам и вашим близким. С праздником всем! С творческими поздравлениями выступили хореографические коллективы Одинцовского округа и приглашенные певцы. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».